Давно отгремел скандал по родниковским венкам, а последствия продолжаются до сих пор. Коммунистке, требовавшей отставки Александра Пахолкова, майор полиции сломал руку. 1 июня женщина вышла с одиночным пикетом к местной администрации. Ее появление сразу привлекло внимание полиции. Один из сотрудников превысил свои полномочия и нанес женщине несколько ударов. В результате коммунистка зафиксировала побои и написала заявление в ОМВД. Теперь, пикетируя областное правительство, она требует снять с поста не только главу администрации Родниковского района, но и лишить погонов полицейского, поднявшего руку на женщину. Беспредел – это или преступный город Родники, или вот в их рядах затесался такой вот преступник, которого, я считаю, нужно просто лишать этого звания и вообще увольнять. Он недостоин носить звание полицейского. Полиция должна у нас стоять на страже порядка и закона. А это были действия очень далеко незаконные.